Всех привет и правильно просто продолжаем мы проходить империю Тотовар. У нас тут продолжаются битвы. Мы теряем уже не три города, вот здесь вот. Потеряли мы, конечно, Чечню. Но при этом пока мы отбиваемся. Ну, точнее, хотим обратно вернуть, но тут слишком сильная армия. Ну, у них не слишком сильная армия, но у них армия предостаточная, чтобы с нами воевать, как без всяких проблем. Маратха. Даже по авторитету посмотри, вот сколько ее территория вообще просто сильная. Чтобы ее сдвинуть, мне нужна огромная армия. От Москвы собирается еще она идти. Чуть-чуть послабее, конечно, и конец тут побольше. Ну, со мной, что вы, если шведы захотят опять войну мне объявить, я не знаю, что будет. Очень будет трудная ситуация. Эта армия, я хочу тут через этот край пойти попробовать Османскую империю чуть прискорнить. Ну, точнее, чуть-чуть ее сбавить ей обороты и посмотреть, что из этого выйдет. Может, она все-таки мирное соглашение согласится. Я когда чуть-чуть у них территорию подхвачу. Так, за что я тут ходил, что я тут делал, я уже не помню. Но точно я помню, что мы здесь ходили. Вот. Но это не слишком важно. Так, ты у нас. Убить его. Качайся давай быстрей. А, у нас монах пропал, да. У нас монах пропал, это очень плохо. Это очень плохо. У нас монаха нету. Здесь ты ждешь один ход, посмотрим, что дальше будет у нас. Подожди, а ты сможешь здесь нанять еще кого-нибудь? Нет, больше никого нанять не смогу. И надо экономику очень хорошо поднимать. Здесь что у нас тут понятно? Три хода будет. Это вот это, да? Да, вот это будет. Еще один порт у нас будет готов. Во, а мы же тут. Подождите. Политика. Дипломатия, точнее. С ними-то мы уже торгуемся. Россия-то мы есть. Вот, шведы. А не хотите вот с нами торговлю заключить, а? Отдать регион Эстония, Литва. Какой регион? Вот это что ли они хотят взять? Вот я регион отдаю, и они мне дают другой? Вот это, да, я так и думаю, что они хотят. А мне дадут вот этот вот. Прям, такой обмен не хочу я делать. Простите. Такой обмен я не хочу в данный момент делать. Ладно, разберемся чуть позже. Когда деньги появятся. Окей, значит здесь понятно. А тут у нас кто-нибудь... О, тут уже вообще никого не осталось. Вторичные державы. Вообще все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Понятно все. Все пока все понятно. Ладно, ничего страшного. Это кто такие вообще? А, вот здесь, да? Враги только они эти. Ну, с ними мы никак не сможем. Ну, окей, значит, никак не получится у нас договор. Но может получится, когда мы тут построим порт. И порт тут будет через три хода. Если еще деньги на него будет. Потому что мне, ну, вообще 2500 нормально. Ну, ладно. Ну что, погнали сюда. Посмотрим, какая у них здесь армия. Стоит. Что-то не слишком она сильная. Ислам тут поднимается, потому что вот он под вот этот стоит. Здесь из-за этого. Ну тут можно развиваться, вот она. Постройки есть какие-то. Вот тут еще железный рудник, очень низкий доход есть какой-то. Австралии. Ну, это мне не нужно, мне надо сюда как-то идти. Болгарию себе даже брать. Значит, у них армия... О, да. Какие-то бандиты. Ну, что, погнали. Будем приближаться и возьмем осаду этот город, можно сказать. И посмотрим, что из этого выйдет у нас. Здесь пока мы ничего делать не будем. Ну что, пропускаем ход и смотрим, что у нас дальше будет происходить.
Так, пробел нажимаю. Спасибо за подсказку. Еще раз за это благодарю я. Что мне так подсказали? Испания тут побежала. Вот падает тут Османская империя, бля. Ходит, все ходит, плавает, бля. Как ее уничтожить, даже не знаю. А с двух сторон это делать? А вот это очень плохо. Я говорю, это будет. А почему? У нас силы равные, а у них все уж вообще ни о чем. Ну ладно, атакуем. Я вот все равно не понимаю. Сил у нас, можно сказать, это я не понимаю вообще. Ну что, мы здесь, и мы думаем, что нам делать дальше. Блять, опять, вот я не люблю такой фигню заниматься. Они нас атакуют. В любом случае, делаем так. А в одну сторону можешь сделать пушки? Ну, можно вот так сделать. Это мне больше нравится. Да, а пушка у нас только одна, и я лучше поставлю ее здесь. Ура, раскладывная. Эта конница здесь будет охранять эту пушку. Обязательно, как ни крути. Может, давайте вторую тоже туда поставим, на всякий случай. Вот с этой стороны, бля. Все, оставляю. О, они так близки, ёптвою мать. Так, отойдите. Опа, заебись. Аж офигенно стреляет, замечательно. Сейчас они подойдут сюда поближе. И что-то начнем. А вот тут разница, вообще огромный баланс. Что творится, я не понимаю. У них армия рядом стоит, могли бы отправить эту армию как подкрепление. Так, огонь. А корчесть дострелит до него? Не. Корчесть не дострелит до него. Предлагайте я подойти чуть поближе. Ну, конницу-то я по-любому туда отправлять не буду. Они тоже стреляют. У них один... А, у них две пушки. Бля, пока ты его перезаряжаться будешь охуеть. А если когда мы выучили бы эту способность... А, они уже приседают. Это заебись. Давайте, огонь. Ну! Завершить битву, зачем мне это надо? Да, героические победы, да, пиздец было, тяжело. Так, мы потеряли троих всего лишь.
Это конница. Вот и мы город обратно захватили себе, но эти могут пройти сюда. Если они туда пойдут, значит нам этот город надо опускать. Но при этом опускать этот город, они уже долго стояли этим городе, значит этот город будет бутовать. Сейчас узнаем мы об этом. Сейчас мы это узнаем. Да-да-да, спасибо большое, что не использована земля у нас в этом городе. Так, что у нас по технологии, а что мы изучаем-то? А, мы это изучаем, чтобы здесь продвинуться дальше, чтобы экономика у нас выросла. Так, территория захвачена. Ну, это так всю жизнь она наша была. Бля, 900 дофига ремонт требует, вообще дофига ремонт требует, на самом деле. Так. Бля, тут строительство дофига везде надо, что делать. Вот это строить. Тоже построить надо. Так, тут у нас все построено. Вот это надо, да, построить. Ну ладно. Так, обучение готово. Давайте здесь наймем еще тебя. И все. И ты пойдешь помогать туда, в атаку. Не удалось украсть технологии, очень жаль. Идешь еще раз сюда. Стараешься вот это украсть. Понятно, строительство завершено. Ну давайте, значит. Тебя строим, и все, и у меня больше нет денег. У меня больше нету денег, у меня больше денег нету. Делаем так, идем на тебя в атаку. Я думаю, компьютер справится с этим делом. 30 потерь, замечательно, просто захватываем этот город, он будет наш. А что тут делают они? Сколько нашему генералу лет? 59, бля, старик уже. 59 лет. Теперь, чтобы здесь... Так, что у нас по поводу проблем здесь? Здесь все замечательно, что у нас по армии? Только вот это... У нас армию здесь надо пополнять. Понятное дело. Значит, что нам дальше еще надо делать? Тут что у нас по армии? Тут можно высадиться, но я предлагаю тебя... И тебя в данный момент... Вот, а ты так у нас пробавляешься, да? Сюда же уж прислать на всякий случай. Как у нас вообще здесь проблемы? Состав правительства. Понятно. Религиозные волнения. Да, тут религиозные волнения. Государство строит 2. Понятно, не слишком все плохо, но не слишком все хорошо. Все, значит, мы здесь все сделали. Если эти пойдут сюда, эта армия, я выхожу и пойду туда. Ну, тут волнение не слишком страшное. Починку мы сделаем в следующем уже ходу. По городу мы захватили этой, ну, в этом году и за полгода, если не ошибаюсь, ход у нас идет. Здесь надо тоже починить нам. Очень надо. Через 2 хода будет здесь строительство порта. Чтобы торговаться еще получше, я сделаю на торговлю больше. Список надо торговаться очень хорошо. Тут у нас торговля идет, но у нас облом с торговлей в данный момент, да? Это не то, что хотел я. Это то же самое. То же самое я не хотел. Вот можно даже авторитет посмотреть. И тут вот они, самые лучшие армии. Тут армия по количеству, я думаю, скорее всего. А мы вот только посвящение, экономика у нас поднимается, и армия 72. Флота у нас вообще нет никакого. Надо строить в 2 местах флот. Ну ладно, Молдавию мы взяли себе, не пропускаем ход дальше. Вот это мне очень не нравится, потому что религия у нас, она будет меняться к нему плюс. А у меня нет вообще ничего. А вот и сразу прогресс пошел, и просто написан, вот он появится. Давайте тут монастырь, значит, поставим здесь в данный момент, а потом еще разрушим, посмотрим, что дальше можно придумать. Что у нас вообще по поводу политики? Царь у нас 48, Петр I имеет возраст. Министры 55, 68, 65, 71 уже, 45. Вот министр армии.
слишком хорош. Правильно, казной, это значит финансовый, да? Хорош, бля. Он со мной до конца так и не понимает эту фигню. Ну ладно. Это торговля. Вот у нас Испания минус. Больше торговли у нас ничего нету. Политика у меня такая. Везде все желтые. А почему тут желтые, я не понимаю. Тоже... Нету, что ли? Требуйте реформы. Ну, это требуйте реформы за то, что эти... Тут вот... Вот это вот. За этого колледжа, можно сказать. Ну ладно. Все замечательно. Мы вот это будем строить. Через три хода будет построено. Ну что, пропускаем ход, смотрим, что у нас дальше будет. Может, в следующем ходу попробовать еще раз со шведами договориться по поводу торговли. Можно попробовать. Как всегда. Так, Османская империя... А, забыл за этого сходить. О, бля, это пиздец. Это пиздец просто. Это крах почти. Слишком огромная армия там. Да-да, спасибо. Так. Это что, у нас появился новенький, что ли? Что-то я не пойму. Это ты у нас. Так. Агенты. Да, только один у нас. Почему-то там что-то прибавилось у него. Солдаты готовы. Заебись. Куда ты побежал-то, блядь, а? А, теряем ходы, господа. Ты идешь нам вот сюда. Идешь нам сюда. Тут, блядь, уже стало... Ну тут рукопашного дофига, но пушки очень плохие у них. Мне это не нравится. Я думаю, тут продержится. Так. Починку строим здесь. Нанять я никого не могу, потому что починка идет. Так, завершено, понятно. Значит, у нас по деньгам 2200 будет пока, это нормально. Так, технологии пока не удалось. Ну, мы стараемся. Здесь можно это как раз построить, рост. Строительство заниматься. И 800 у нас осталось, да? Так, у меня тоже опять пауза. Ну, как всегда, не сяду, у меня все только отвлекает. Ладно, окей. Что у нас здесь? Здесь у нас армия есть чуть-чуть. Я даже не знаю, где институт на самом деле строить еще один. Ну, получается, только в Москве, но в Москве тоже сейчас в данный момент не очень все хорошо, только две единицы. Или просто развлечение, что ли, тут сделать бой ремонтирующийся. А что он вообще приносит нам? Нам театр денег не принесет, да? Ну, диверсантов зато притащит, да? Давай, диверсант, убей его нафиг. Он прям встал около тебя, блин. Опять не удается, опять ничего не делается. Блин, ну монах-то появись, наконец-то уже, замучил ты меня. А наш монах появится, чтобы религию уже менять, везде стараться. Так, там починку я заказал, да? Да. Не? А, здесь я не заказал. Все, заказал, все, за меня. Остается у нас 500. За 500 что-то могу я занять себе? Пушку и вот это только.
И все, больше ничего не могу нанять. Ну, жалко. Очень жалко. Значит, давайте здесь попробуем нанять. А, да, я забыл. Здесь нанять ничего не смогу я. А тут вот эту татары можно нанять. Стрелковая кавалерия. Из луков они будут стрелять. Может, это можно попробовать. Давайте попробуем его. Так, это понятно, что не удалось. Мы опять его отправили. Пускай он это старается это сделать. Это пока у нас не изучилось, да? Три хода еще. Эта армия у нас идет подкрепление сюда. К ним же посмотрим, что это из этого выйдет. Все. Ремонт и строительство нам дальше надо продолжать. Но пока у нас технологии не выросли так сильно, как думается. А, попробуйте договориться с шведами опять по поводу торговли. Так. Торговое соглашение. Их требования. А, они хотят, что это я дал. Атака, развить подход войск, отдать технологии военные. Не-не-не. Не-не-не, я не согласен. Пока я не согласен с таким условием. С ума посходили вообще. Я еще тут буду, блядь, вам отдавать все подряд. Нет, такое дело не пойдет. Ну ладно, пропускаем ход, значит. И смотрим, что у нас дальше будет происходить. Так, французы у нас здесь. Плавают, все, плавают на пробьетчик. Нажмем, чтобы быстрее поплавали они все. Блин, тут флот же есть, испанский. Опять это Османская империя. Шведы тоже ничего не делают. А, ну уходят они только от моей границы. Вот они сейчас атаковать будут, да? Я так и думаю, сейчас будут атаковать, и мы сейчас это будем совершать защиту. Ну что? Защищаемся, господа. Защищаемся. Вот и серия. И стараются их оттолкнуть туда. Ну, блин, у них слишком большая армия. Если они чисто с нами воевали бы, может, что-то было бы. А у нас Османская империя еще висит. Я еще и шведов хотел подвинуть, но кроме Санкт-Петербурга я больше ничего. Рукопашки. Скажу честно, у них слишком много рукопашки. Так, мы здесь. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Так. Я не знаю, где они будут на самом деле. Идите сюда. Пока вы ничего делать не будете, вы будете здесь. За стенами у нас кто-нибудь есть? Конница. Сюда. Я не знаю, с какой стороны они хотят атаковать, бля. Будем все меняться. И что-то поменяется. Так. Вы где? Ну да, в данный момент здесь встаньте. О, нормально будет так. В здании, иди сюда. Бля. Ну ладно, хуй с вами. Так, постоим. Слушай, один отряд только собрался, ёпта ему. Не, а, двое у нас. Ну ладно. Все, это пускай здесь будет. Так, тым, тым. Рукопашки. Тут один сделаем и все, фиг с вами. Так, и вы-то такие. Давай ты вниз. А ты у нас вверх. Вот так, все, пока.
Бля. Они здесь оказались, а тут где? Кто у них? А, тут артиллерия еще. Понятно, они не пойдут никуда, да, пока стены не сломают. Не, идут, идут. Если я бы знал, что они бы здесь будут, ё-моё. Такой бы разговор был бы. А я не знал, что они здесь будут. Я полагаю, сюда встать, господа, бегом. 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 Не, это не мортиры. Чтобы врать ими же. Я буду здесь делать. Давай сюда идите. Прям тебя давай сюда идешь ты. А все остальные идешь сюда. А, тут уже близко нахуй. Давай здесь станем. Ты остановись пока. Да нет, стойте здесь, короче. Они уже залазить будут уже, бля. Ух, ебать, тут уже пиздец становится, да? Да, пока мы соберемся здесь, мы уже охуеем. Так, цифра 1. Сюда. Другая спуститься сюда. Вам тоже тоже смысл я даю типа, вам. Спускайтесь сюда быстро. Идите в здание. Пока здесь стойте и все. А, они уже гору захватывают. В атаку. Сейчас подкрепление придет, подождитесь, у рукопашку ебанем их. Бегом! Конница. Да выйти из этого здания нахуй. Выйдите в это здание. Понятно. Городское ополчение, фиг с ними. Новый намём, блядь. В атаку, рукопашку.
Так, генералу не надо. А у тебя можно отправить сюда тоже. Нет, стой здесь. Ты идешь сюда. Те вышли? А, во, вышли. Заебись, иди сюда. В атаку в них. Ты идешь в здание. Здесь понятно, что тут фигня полная будет. Идешь сюда. Не, лучше так, встань пока. Бля, мутно все, пиздец просто. Не видно нифига ничего. Что творится здесь, блин? Пока напишу, их не побеждают. А, вот что у них. Я же забыл об этом. Огонь. В атаку. Пока огонь. Но! Да, блядь, пока вы стрените, охуеете, бля. Огонь, блядь. Рукопашку. Пиздец, да, творится, фиг знает что. Это уже, блядь, как медиу, блядь, нахуй. Становится. А, они здесь стреляют, да? Заебись. Да, бля, зажали их здесь. А вот тут их не особо много-то. Давай других мочить будем, какая разница-то. Конница. Сюда. Бегом. Блять. Рукопашку. Помогаем им. Отсюда стреляем по ним. В атаку! Уходим. Блять, прошу уйти оттуда, блять, дебилы. Блять, здесь все хуёво, да? И пока нет, фиг его знает. Генерал долбоёб лесной. Да, пиздец, они уже стенку сломали.
Так, тут все нормально, погнали. Сюда, рукопашку всех. Бля, крах, один крах. Ну куда побежали? Бля, генерал, говорю, бегом отсюда. Пушки, сюда, быстро. Кто тут засел у меня? Ты! Выходи отсюда. Готовимся. По ним огонь. Давай, заряжай их, блядь. Бля, рукопашный бой, пиздец у нас. Ирал рядом. А тут никого нет, да? Давайте конницу. Да все, пиздуй их всех нахуй. Сюда идите, бля. Помощь нужна своим же. Да, пиздец. Я думаю, выдержим, а тут оказывается нет дофига. Опасно здесь это делать. Давай сюда, быстро. Вообще вот так вот. Пиздец. А больше воинов у нас нету? Вот они. Рукопашку, в атаку. Картечь, в атаку. Нихуя тут слоны еще ходят. Подожди, куда вы побежали-то, бля? Это хуйня на самом деле. Ёб твою мать, слоны ебаные. Огонь сюда. Вы-то, блядь, ебаните их нахуй.
А, нахуй с вами. Пиздец, армия осталась. Вообще мало. Сюда остановитесь. А, ничего не готово. Это верблюды, бля. Давай сюда, приблизительно. Вы все сюда. Выйди из здания, иди сюда. Генерал, сюда. Картечь по ним нахуй пока. Да куда вы идете, дебилы, блядь? Бля, дауны ебаные. Все, пизда, пушки теряю за то, что, блядь, они не функционируют до конца. Не пойму, что от них требуется. Подожди. Остановись пока. Здесь, стой. Вы... Делайте пушки прямо здесь. Генерал идет сюда. Ладно, хуй с вами, стреляйте. Картечью. В атаку, давай быстрее, бля. А что, так нельзя сделать? Заебись, он застрелит своих, ебанет, да? Давайте на это посмотрим для интереса, блядь. Он ебанет своих здесь? Логика, нахуй, железная. Бля, наши уже погибают здесь. Нихуя там полегло. Сам наши ебанут, да? Не, он не стреляет. А на пушку только стрелять будет. Сказал выйти. Давай быстрей. Снесите им всю там армию нахуй. Вообще охуенно. Блять, пиздец. Все. Сможешь стрельнуть? Думаю, ты сможешь стрельнуть. Еще один выстрел, и все, и хуй с ним. Она пушка останется, и фиг с ним, бля. Огонь! Зипца! Все! В атаку! Вы остановите стрельбу. Можно им приказать, да? Они тут уже готовы все. К стрельбе, да?
Заебись, просто заебись. Делаем дело. Бля, это пиздец просто. Если они бы слушались нормально, был бы другой разговор бы. Ты идешь сюда. Бегом, нахуй. Ты идешь сюда. Бегом. Ты идешь сюда. Бегом, говорю. Ты здесь стоишь. Ты здесь стоишь. Огонь. Они никуда не уходили. Не-не, вот здесь остаетесь. А, вот они, эти, блядь, самые свеженькие у нас. Заебца. Блять. Пиздец, один отряд тут остался. Я же просил сюда подойти. Верблюды проклятые, блядь. Ой, Индия, Индия, хуй ты со мной напал на меня, блядь, а? Это очень трудно будет сражение. Короче, здесь оставайтесь. Будьте здесь на всякий случай просто. Давай попробуй. Может, рукопашку ебанем их. Встань сюда, пожалуйста. Точнее, вот сюда вот. Почти поражение, нихуя себе, блядь. У них по-любому было больше, чем у нас солдат. Сколько они? Да, 1332 потратили. Бля, пиздец осталось. Я не, суки, что тут ходить буду, бля. Ёб твою мать. В этой области есть ценные природные ресурсы, которые мало используются. Да-да-да. Развитие... Знаю об этом, все знаю. Что, населенность падает, что ли? Ну тут пока вот это строится, через один ход будет, я думаю, населенность будет подниматься скоро. А сколько у нас вообще населенность-то? 6 миллионов почти, нифига себе. Так, ну это понятно. О, у нас нихуя денег дают, сколько? А, ну да, у нас тут пиздец, что случилось. Нанимаю тебя. 2. Обязательно. Так, постройка порта. Здесь. Рыбные, торговые. Давай торговый порт. 2 хода будут у нас строительство вести. А там будет еще военные. Это понятно. Здесь не получилось. Идешь сюда. Стараешься опять отнять. Все остальное чуть позже. А, я уже потратил денег, да? Очень жаль.
Ну ладно, в следующем ходу все будем делать. Так, серию уже на 50 минут. Надо даже, да, на 50 минут сделать. Ну что, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всем удачи вам и пока.